указал тебе сюда дорогу? Любовь. Она к расспросам побудила. Совет дала, а я ей дал глаза. Я не моряк, но будь ты так далеко, как самый дальний берег океана, я б за такой отважился добычей. Ромео, милый мой Ромео, если любишь, скажи мне честно. Если ж ты находишь, что слишком быстро победил меня, нахмурюсь я, скажу капризно нет, чтоб ты молил, иначе ни за что. Но верь мне, друг, и буду я верней всех, кто себя хитро вести умеет. Моя, как море, безгранична нежность и глубока любовь. Чем больше я тебе даю, тем больше остается. Ведь обе бесконечны. Свету, пожалуйста, позовите, пожалуйста. Свету. Нет? Нет, ничего не надо. Пожалуйста. Ой, Нина, здравствуй, это говорит Жанна. Жанна, с которой ты вместе работала. Ну да. Слушай, маленькая, была маленькая. Ты понимаешь, мне сегодня нужно идти на проводы белых ночей. Бал! Встала ночь в венце золотом. Я вам расскажу. Не о том. Песню о прекрасной белой ночи пропеть мы успеем потом. Жили на земле пареньки, парни вроде нас высоки. Вроде нас гуляли белой ночью, как мы заснуть не могли. Жили и ходили в кино, пели и шутили смешно. Но война подкралась белой ночью, и все огнем сожжено. Насмерть стали в поле пустом, гибли, не жалея о том. Песню о прекрасной белой ночи пропеть мы успеем потом. Прекрасной белой ночи пропеть мы успеем потом. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер.
Без меня. Почему посторонних в кулисах, не понимаю? А вы что здесь делаете? Это ко мне. Здесь не место для посторонних. Жерве, готовьтесь к выходу. Жанна, в чем дело? Ну? Жанна, я слушаю тебя. Простите. Надо с тобой поговорить вообще. По-моему, все ясно. Мы гуляли. Виктор. Знакомься, это моя подруга Нина. Жанна, зачем ты пришла? Витя. Просто так? Я занят. Витенька, только что пел такие слова. Ай-яй-яй. Жанна, я тебя провожу. Нинка, подожди меня. Ну как, ничего. Уже ушли? Жди ее теперь. Подождем. Все ждут. Кто ждет? Все. Чего ждут? Чего-то. Кого-то. Ждут. Погуляем? Вас зовут Нина. А вас Валерик? Thank you.
Вот он, мой дом. Вон, видишь? Балкон Виктора. Рядом окна Германа. А ваши? А мое окно выходит во двор. Вот и кончились белые ночи. Да. Но через 365 дней опять будут белые ночи. Диалектика. Что, что, что? Диалектика. Аркадий, не говори так красиво. Кончились белые ночи, кончились. Ну, без меня. Ну что, пора домой? Ага. Меня ждет моя мама. Тебя тоже. А меня никто не ждет. У меня нет мамы. У меня только брат. Я без тебя не могу жить. Мне без тебя и в дожди сушь. Мне без тебя и в жару стыть. Мне без тебя и Москва глушь. Мне без тебя каждый день год. Если бы время мельчить, дробя. Мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Нина, это же написал Николай Асеев в 70 лет, в 70, а я в 26 ничего. Какая бездарность, ведь Лермонтову было 26, когда он погиб. Ну почему, почему мы так бездарно тратим время? Света, немного тепла, любимую девушку рядом. Ты тоже артист? Артист? Да. Нет, хватит с нас одного артиста. Нинка. Он, видишь, понавесил тут шпаги, сабли. Рекламы всякие. Артист Смирнов в ролях главных и не очень. Раз, два. Он тут бутафорию понаставил. Моя комната намного скромнее. Мы с мамой живем вдвоем. Поэтому... Твоя? Да, у нас с мамой очень небольшая комната, разгорожена на два пенальчика. А мне пора на работу. Да ты что? Посмотри, который час. Ах! Я без тебя не могу жить. Мне без тебя и в дожди сушь. Мне без тебя и в жару стыть.
Мне без тебя и Москва, глушь. Мне без тебя каждый день год. Если бы время мельчить, дробя. Костя, Нинка пришла. Я говорю, Нинка пришла. Что случилось? Все нормально. Я не понимаю. Я тебе дома объясню, ладно? Я не понимаю. Ну, его зовут Валерий. Что? Чего устроили здесь? Иди работай. Иди, иди. А ты перевесись. Ты что с ним делаешь? Что ты с ним делаешь? Ты знаешь, что из-за тебя мы всю ночь по милициям да по больницам таскались? А у тебя кто? Кто он тебе, я тебя спрашиваю? Брат. Врешь. Он тебе не брат. Он тебе мать, понятно? Он тебе отец. Парень себе не думает, только сестренку вытянуть. А она? Что она? Что? А то! Ты посмотри на него, на кого он похож. Посмотри, одни глаза. При чем ты, Свет, при чем ты? Я же не знаю. Кто дед твой? Как его? Как его фамилия? А? А я не знаю. Что? А, вот, даже фамилии не знает. Вот, прекрасно. Ты играл. Слушай, да при чем здесь фамилия? Да при чем здесь вы? Надо узнать хотя бы человека. Я пришла... Ты-то что стоишь? Что тебе нужно? Ты думаешь, два раза проводил, уже жених? Что ли, кавалер? Так уж два раза проводил. Кости нет. Ты что? Бешусь. Ну ладно, с кем не бывает. С тобой. Кончай, Нина. Ну что кончать? Что кончать? Вы когда-нибудь слово такое слышали? Любовь. Ну не так же все вдруг. А в жизни, Зиночка, все вдруг. Или так, как вы с Костей, вот получим квартиру, тогда поженимся. Насчет квартиры, так это ты зря. Мы не только о себе думаем. А вы думаете о себе? Смотри-ка, все меня спасать начали. А меня не спасать нужно. Меня нужно поздравлять. Целовать. Ну что ты стоишь, моргаешь? Быстренько вызывай такси и перевози вещички сюда. Костя парень симпатичный, подвернется ему такая, как я, и все, с приветом. Да ты что, послушай! Да не хочу я тебя слушать, ну кто ты мне? Невеста брата, а это не должность. А у них из окна Петропавловка. И в полдень как жахнет. Я без тебя не могу жить. Мне без тебя и в дожди сушь. Мне без тебя и в жару стыть. Мне без тебя и Москва глушь. Мне без тебя каждый день год, если бы время мельчить дробя. Мне даже синий небесный свод кажется каменным без тебя. Здравствуйте, Нина. Здравствуйте. Знаю. Уезжаете? А почему тут? Виктор за Валериком побежал. Пошли пока к нам. Я очень люблю вашу лестницу. Я, знаете, вообще люблю лестницы. Я тоже. Посидим? Идите сюда. Вот это вот место раньше у нас называлось штаб. Здесь такое бывало. Здесь объявлялись войны.
заключался мир. Вот на этом самом подоконнике Валерка бренчал целыми днями на гитаре. А мы ему с Виктором просто жутко завидовали. Полдень. Вам на работу? Нет, я с ночного дежурства пришел. Вы доктор? Инспе. В будущем. А пока медбрат. А вы? Монтажница. Кино? Ну да. На металлическом. Знаете? Ну да, турбины. Сегодня дежурил в приемном покое. Больная зовет. Сестричка. И возникаю я. Она в неглиже. Жутко застеснялась. О, правильно, ля наверх. Что? Чемодан? Чемодан. Приехали. Кто приехал? К тебе все. Приехали. Ну кто? Ну кто? Ну что смеешься? Нина. Нина! Пойдемте ко мне. Чемодан я возьму. Здорово, орлы! Привет! Что, занят? Так точно. Дед Валер, ну сыграй еще. Ты посмотри, уже дядя. Вот черт возьми, как жизнь идет. Это и есть моя работа. Да. Сегодня японская выставка, завтра другое что-нибудь. Пришел, увидел, написал. Валерик! Извини. Ты прости, я не один. Раз уж мы все равно встретились. Между прочим,
Когда интеллигентные люди уходят, они всегда предупреждают. Ну, хотя бы для того, чтобы не нужно было зря разогревать обед. Ты права, старуха. Как всегда, права. А это что, серьезно? Да. У нас в жизни все серьезно. Прости, пожалуйста. Так вот, японская выставка, о которой вы только что были, это и есть Кормушкин, Формушкин. Как вас зовут, скажите? Лора. А вас? Лида. Что такое счастье? А вы что скажете? Я думаю, Нина Веретенникова ответит вам на ваш вопрос. Нина, вот к тебе товарищ. Я с радио, Нина. Мы делаем репортаж о вашем заводе. Да. Итак, Нина Веретенникова. Она также член молодежной бригады. Да. Ей также 20 лет. Да. Она выполняет норму на 130%. Пожалуйста, несколько слов о себе. Кормушки-информушки? Пожалуйста, несколько слов о себе, Нина. Я на заводе всего только третий год. Это и... только она. А вообще-то вся семья у нее работает больше 100 лет. Здесь на Металлическом работали и дед у нее, и отец, и мать. А вот теперь брат и она. Так сказать, потомственная династия с Металлического. У меня к вам один вопрос, Нина. Ваши подруги не могли на него ответить? Я их спрашивала о том, что такое счастье. Как, по-вашему, вы могли на него ответить? Да. Да. Веди меня к нему. Ты что, в таком виде? Где он живет? Где-то в центре, у Невы. Понимаешь, Костя? Где адрес? Тихо, соседи, неудобно. А звонить было удобно на ночь глядя? Так балы и бывают на ночь глядя. Кто он? Да тихо, соседи, Костя. Кто он? Очень приличный молодой человек. Где твои родители? Где Нинка? У Виктора. То есть у Валерика. У Валерика с Виктором. Костя, что-нибудь случилось? А что, по-твоему, ничего не случилось? Я, наверное, сам виноват. Вместо того, чтобы выслушать ее, наорал. Ты пойми, у нас раньше когда такого не было. Я знаю, Костя. Начатое. Жива, здорова, счастлива Нинка. Все нормально. Ненормальный какой-то. Старуха традиция московских фестивалей. Звали, что один из его дней участники проводят в городе на Неве. Цветами, улыбками встречают ленинградцы сегодня, в воскресенье 13 июля 1969 года, специальный железнодорожный экспресс под флагом Международного кинофестиваля. На московском вокзале мы видим всемирно известных актеров, среди которых старейшина мирового кино французский актер Мишель Симон, популярный польский артист Тадеуш Ломницкий, актриса из Нигерии... А где ребенок? Ну что же ты, Жанка? Я же... А я откуда знаю? Эрик обещал меня познакомить. А с кем? Ну, Валерик, тебя так и не познакомил? А интервью? Ну, о чем ты говоришь? Нацарапаешь что-нибудь? И тебе что, не влетит? Да нет. Слушай, давай поедем куда-нибудь. Вот сюда, например. Mm-mm. Не хочешь, не можешь нажимать кнопку. Смотри, влетит. О чем ты говоришь? Раз, два, три. Участники 6-го международного кинофестиваля приезжают в город на Неве. Их встречают, а я хочу встречать только тебя. И провожать только тебя. До свидания. Прощай. Я хотел сказать до свидания. Здравствуй.
вытирай ноги. Привет. Что ты делаешь в моей комнате? Натираю пол. Да дыр не протри. Вот еще окно. Нахал. Где хозяин рубахи? Сейчас придет. А ты вообще ничего. Почему Валерка? Почему не я? Чтобы у тебя в мыслях этого не было. Не понял. Иди... В чем дело? Ни в чем. Я у себя дома. Ну-ну. Ну что? Все хорошо. Ребята, Валера, ну, родители с дачи приехали. Комната эта не моя. Спасибо, я помню. Нинка, не пропадем? Отдай чемодан. Ну, я отдай. Сама. Ну, войди в мое положение. Пошли вы всего. Ну, что ты не поймешь? Трагедия. Ну, дай чемодан-то, ну. Нина! Иду. Нина! Иду. Иди. Счастливо. Счастливо. Душа моя полна сомнений мрачных. Мне чудится, что ты стоишь внизу, как будто бы мертвец на дне могилы. Ромео. Получил. Получи, старик, одно. Сыграть еще нужно. Ты понимаешь, в чем дело? Да. Шеф задумал такую грандиозную штуку. Ну, шеф задумал, ты такая, конечно. Выходим на балкон. Прекрасно. Я стою, а тебе батька как раз он здесь сбоку. Ну вот и гора с плеч. Пошло. И все-таки слава богу. Меня не устраивает тон разговора. А суть? Суть? Спроси у нее. А ведь он же искренен. Он чудовищно искренен. Каждую секунду. Он искренне заморочил голову девчонки и также искренне сбагрил ее с рук. Мне давно хочется набить ему морду. Лет 14, с первого класса. Но он будет также искренне недоумевать за что. А за что? Знаешь, что я тебе скажу? Думай только о себе одной. Нас двое. Да как ты не понимаешь? Ведь все же они, ты понимаешь? Да я эту компанию... Я такое знаю. Слушай, Жанка. И как вы такие живете на свете? Ну почему вам хочется во всем видеть только плохое? Только грязь. Да твой Валерик, а что ты знаешь о нем? Товарищу редактору не нравится мой материал? Валера, в какое положение ты меня ставишь? Только потому, что мы вместе работаем, вместе учились. Мне стыдно смотреть в глаза ребятам. Голодным до работы внештатным корреспондентам с такими же вузовскими дипломами, как у нас. Да, я сейчас выхожу. Дожили. Попрекаешь заработной платой? Заработная плата – это плата за работу, а не пенсия. За просиживание штанов с 10 до 7. Спасибо. Сейчас я тебя посмотрю. Да. Слушай, старик, ну я тебя умоляю, объясни начальству, что я не требую высоких гонораров. О каких гонорарах может идти речь? Гонорар – это плата за творчество. Валидол с 30, инфаркт 50. Кому это надо? Слушай, Володя, не в службу, а в дружбу. Там внизу в вестибюле ждет девчонка. Да. Ну, скажи ей, что я застрял на полигоне. Я все время ищу оправдательные теории относительно тебя.
что ты не халтуришь, что это сознательное нежелание расплескаться в ожидании своей темы, что ли. Но место работы подавать только надежды, только векселя, немного ли 26 лет? Собственно, это последний наш разговор. Фактически ты только числишься в редакции. Ну, отдыхай. Живой. Чуть. Вот я и пришла. А в город привезли арбузы. Напиться бы. Нинка, только с тобой легко. Слушай, Валерка, пошли к нам. С ума сошла. Ну, знаешь. Да. Здравствуйте. Открыто. Ошалел? Пошли. Действительно арбузы. Обжоры! На. О, спасибо. Здрасте. Здравствуйте. Александр. Валерий. Очень приятно. Ну, здравствуй, Костя. Здравствуй, Валерий. А у нас тут, понимаешь, банный день. Я думаю, по такому случаю надо и... Ну, ладно, ладно, что ты. Нинка, иди сюда. Ну что, порядок? На. А тебя, значит, Валериком зовут, да? Валериком. Понятно. А фамилия как? Синицын. Ну да. Ну да. А меня Воробьев. О, прекрасно. День птиц. Я и тоже здесь живу, в этой же квартире. Да? Ну да. Конечно, дали бы отдельно, но сам понимаешь, как уйдешь. Уйдешь, а им подселят кого-нибудь. А теперь вот появился свой, можно мне и... Да. Да, а мы с Коськой, можно сказать, с самого детства вместе, вроде как родные. Слушай, хочешь рыбок посмотреть? Каких рыбок? Так у меня же аквариум. Молодец, что пришел. Это просто здорово. Угу. А я уж хотел. Ну что? Нет, стоп, 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 стоп. Ну-ка, садись. Давай. Давай, давай. Ну, давай. Вот так. Ну-ка, давай. Раз, два, три, начали. Что, давай, давай, давай. Стоп, стоп, подожди. Подожди, встань. Не знаю, что ты. Держи. Где? В комнате. Там? А ну давай отсюда. Здравствуйте. Валерий. Валерий? Василий Георгиевич. Я кому сказала? Садитесь, пожалуйста. Спасибо. А? Ну как ты? Ты растрезвонила что-то? Ничего. А как же? Да? Я вот с их отцом, с пацанов. Садись, садись. И на фронт уходили вместе. А когда ребята осиротели, так я... В общем, я их сосед. Слушай, мне Нинка говорила, что у тебя там какие-то нелады на службе. Так у нас многотиражка очень даже прекрасная. Нет, спасибо. Да ты не волнуйся, я о парткоме потолкую, ну. Нет, нет, спасибо, все не так уж плохо. Ну ладно, отдыхай. Это мама? Да, я отец. Ну ладно, сиди, отдыхай. Ты помидоры порезала? Слушай, где соль, а? Открыто!
здравствуй. Здравствуй. Знакомь. Проходи. Нинка, извини, так проходи. Получилось. Геннадий. Валерий. Ген, помоги-ка. Скатерти белую пласти, очень белую, очень льняную, мужу сесть со мной резь. Ну, вот люди. Люди как люди. Нет, Вась, в ваше время поколение лучше было. Так это смотря как судить. Вот если мои ребята с кем учились, с металлического с кем, так если судить о них по тому, как одевались, или по тому, как чекушку опрокидывали после работы, дай сигарету. Или вот едешь на аэродром, там есть насыпь. Так все мои ребята под этой насыпь. Ну-ка, отойди. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И быть хуже их просто нечестно. Восемь. Так. А на сколько? Раз, два. Ну чего заскучали, ребятки? Толя, иди сюда. А что такое? Валер, сыграй, а? Точно. Ну сыграй. Валер, давай, сыграй. Ну, Валер, ты чего ты сидишь? Ну давай, чего? Ну давай, ну, чего ты? По-нашенски. Ну, давай, нет, нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Извините, дела. Отдыхайте. Нина. В чем извини, дело? Извини, я тороплюсь. Да ты что? Зачем ты это устроила? У него дела. Есть какое-нибудь свое дело? Я... Тихо. А? Угу. Ну-ка, ну-ка. А, вот так, хорошо. Хватит греметь! Быстро! Слава, показываю пролог. А, спасибо. Так, значит, уходишь. Появляешься. Музыка, раз, два, я пролог. 400 лет тому назад мое присутствие на сцене было совершенно необходимым. Я предупреждал милых дам, чтобы они не волновались, глядя на сцену, что все, что происходит, убийство. Володя, вперед. Преступление, ложь, то-то. Все это неправда. В жизни так не бывает. Я пролог. Я говорю вам, все, что вы видите, все это правда. Все это театр, и все это правда. Понятно? Все по местам. Сцена прощания Ромео и Джульетты. Люда, оденьте что-нибудь другое, чтобы не так мини было. Скоржинский, следите, следите за сценой. Ровненько, ровненько. Актеры готовы? Начали. Музыка. Ты хочешь уходить, но день не скоро. То соловей не жаворонок был, что пением смутил твой слух пугливый. Он здесь всю ночь поет в кусте гранатном.
Поверь мне, милый, то был соловей. То жаворонок был, предвестник утра, не соловей. Смотри, любовь моя, завистливым лучом уж на востоке заря завесу облак прорезает. Ночь гасит свечи, радостное утро на цыпочке встает на горных кручах. Уйти, мне жить, остаться, умереть. Нет, то не утро свет, я это знаю. То метеор от солнца отделился, чтобы служить тебе факелоносцем и в мантую дорогу озарить. Побудь еще, не надо торопиться. Что ж, пусть меня увидят, пусть убьют. Остаться легче мне, уйти нет воли. Привет, о смерть! Джульетта хочет так. Ну что ж, поговорим с тобой, мой ангел. День не настал. Есть время впереди! Настал! Настал! Нет, милый, уходи! Просто прощанье, а пружина всей будущей трагедии Джульетты и Ромео здесь, в этом. Я вам говорил. Здрасте. Будете писать о нашем спектакле? Да, хотелось бы. Ну, что? Как? Понятно. А вы? Тоже пишете? Смотрели? Ну что? Он что, бросил ее, да? Ты пьеску-то читала? А она в стихах. Ну, не читала я. Умница. Она смотрит в самую суть вещи. Когда-то во время такого же спектакля, как раз во время такой же сцены, одна девушка кричала из зала «Предатель!». Он ее бросил. Вот он, максимализм любви. Мы все страдаем от максимализма любви. Вы спешите? Да, извините. Можно мне? Да. Всем. Да. Все свободны. Герман, я жду вас нарочно. Мне нужно поговорить с вами о Нинке. Я не знаю, что с ней делать. Герман, ну, я бы пережила это. Я такая, пускай, не обо мне речь. Ну, Нинка, что с Нинкой будет? Она разыскивает его везде. Она 2 недели звонит ему. Никак не может его застать. Что с ней будет, Герман? Она так мучается. Она же ждет ребенка. Это точно? Значит, ты все решила сама. Разве такое решается? А как же? А как же? Тебе плохо. Но мы же взрослые люди. Чересчур. Да, нет его, нет. Здесь совсем посторонние люди. Но я могу ему
А я думала, сможем мы ссориться или нет? Ну, семейные сцены, муж и жена. И вот. Муж и жена. Откуда? Почему? Вот жила ты, Нинка, я, Валерик. И вдруг... Ну, мы же должны кому? Были... Кому я что-нибудь должен? Я не понимаю. Минуту назад я был я. И вдруг я должен. Это потрясающе. Ну, в общем-то, во всем этом ничего страшного нет. Тысячи женщин от этого избавляются и... Нет. Как это нет? Нет. Ну, Ниночка. Нет. Да, да. Нет. Тихо, мы здесь не одни. Мы не у себя дома. У нас же еще нет своей комнаты. Будет комната. Костя говорит... Я живу у мамы. У мамы. Не могу же я маму променять на Костю. Это во-первых. А во-вторых, мне не 15 лет. А в-третьих... Кто она? Кто? Твоя жена. Какая жена? Ну, ты же только что сказал. Что я сказал? Ну, ладно. Не сказал, так скажешь. Ну, что, что? То, что ты хотел сказать. В общем, 3 года назад, в это же самое время... Рассказывать, да? Не надо. 3 года назад, в это же время, ее звали Кира. Красивое имя. Возможно. А она была красивая? Не помню. Как? Не помню. Имя помню, фамилия моя, а лицо забыл. Просил развода, так нет же. Для нас просил. Ну, какая разница, для нас, не для нас. Мы ужасно говорим, Нинок. Да. Максимализм возможен лишь в театре. Джульетта с ее непримиримостью сейчас всего лишь литературный образ. В жизни больше комиков, чем героев. И когда комик берет на себя амплуа героя, то это всегда кончается катастрофой. Потому что жизнь — это тот же театр, только здесь умирает и плачет всерьез. Понимаешь? Понимаешь? Понимаешь, о чем я говорю? Слова. О, парадоксы. Прогресс, Нинок. У вас есть дети? Да ты что? Ну тогда можно без ее согласия. Встать! Суд идет. И начинается при свидетелях. Во имя нашей чистой любви история чужого грязного белья. Мама этого не переживет. А что мама? Мама очень любила Киру. Ну, а Кира сколько ни просил, ни в какую. Можно? Да, пожалуйста. Нет, спасибо. Хотите есть? Нет. Я серьезно вам предлагаю. У меня деньги есть. Я из экспедиции приехала. Угощу. Я знаю, что вы вернулись из экспедиции. Вы Кира. Да. Простите, но вы... Нет, нет, вы меня не знаете, нет. Мне о вас говорил Валерик. Потрясающе. Постареет, облысеет, а все Валерик. Ну так что же случилось у нашего Валерика? Почему вы не даете ему развода? Все-таки прислал. Нет, я сама. Он не хотел суд и вообще... Нет, я сама. Хорошо, пусть присылает бумаги, какие нужно, я подпишу. Вот образец заявления. И ручка.
так легко? Раз и все. Раз и все было 3 года назад, когда ушла из дома с маленьким чемоданчиком. Теперь стало легко. А его с тяжестью бросили. Его с тяжестью оставили. А ему все время не везет, все время и на работе. А он талантливый, да. И этого вы у него никак не отнимете. Бездарь. Способная бездарь. Талант это совсем другое. Способности они могут и мешать. Он никогда никем не был и никем не станет. Ну зачем вы так? Вы что, забыли, как он поет? А гитара? Гитара? Он однажды денег искал. Так метался, как в голод хлеба ищут. Пошла, сдала кровь. Знаешь, платное донорство. Принес гитару. И опять эти песенки, компании, эти компании. Он тебя с Тамарой не знакомил еще? Нет. У таких мужчин, как Валерик, всегда где-нибудь есть своя Тамара, нечто вроде спасательного круга. Тамара. А я не ревную. Вот он идет по улице, и все девчонки на него оборачиваются. А я их просто понимаю. Потому что он замечательный. Вот когда он тебя с ней познакомит, считай, что это конец. Простите, мне надо идти. На, только потом не проклинай меня. Что вы? Спасибо. Дура! Ты просто слепая дура. Не дам развод. Спасайся, пока жива. Ты не нужна ему. Ему плохо, а он гордый. А он не принимает помощи, потому что боится быть обязанным. Да я ничего от него и не требую. А он все равно боится, ничтожество. А если война? Ему не скажут ничтожество. Скажут, бери винтовку и иди защищай родину. И отдайте заявление. Если я не помогу ему. Найдутся дуры. А я и есть его дура. Не нужно меня спасать. Ну давай, у нас премьера еще не все выпито. Поздравляю. Знакомьтесь, Нина. Очень приятно. Ну что? Что? Все в порядке? Все в порядке. Все! Ну, молодец, ваше здоровье. Так. Приспособляем к жизни или максимализм? Почему мы так любим заглядывать в окна чужих квартир, умиляемся дружному? Шекспир меня не понял. Да, пейте. Коньяк лучше, чем портвейн. Нашли себе место для дела. О, Нина, давай выпьем. Так, и таким образом мы можем написать, что имеем право подвергнуть концепцию спектакля «Ромео и Джульетта» полному сомнению. А к больному сделали операцию. Подходит ему доктор, спросит, как вы себя чувствуете. В людях уживается зависть перед хорошими семьями. И рядом на статистическое наслаждение, когда эти семьи рушатся. Ты мое дитя. Формулировать можно то, что подается расчет. Ощущение есть ощущение. Ты почему не ешь? А, вы не знакомы? Познакомьтесь. Нина, Тамара. Ой, господи. Премьера. Побринчи, старик. Сладкие любовные утехи, не играйте в эти игры, дети. Полюбил Ромео сын Монтеки,
дочь врага Джульетту Капулетти. Юноша отдал Джульетте сердце, и она взяла его со страхом, тайну сохраня старик Лоренцо. Их соединил законным браком. Звезды в ночи светили, детям глаза слепили. Ах, как они любили, ах, как они любили. Ах, они любили, ах, как они любили. Все бы шло прекрасно и забавно, если б миром правили поэты. А Ромео, ах, убил Тибальда, брата вышеназванной Джульетты. Юношу изгнали, но заметьте, поп Лоренцо действовал умело. Умерла Джульетта мнимой смертью, знать об этом должен был Ромео. Звезды в ночи светят, детям глаза слепили. Ах, как они любили, ах, как они любили. Слишком опоздал с письмом посыльный, вовремя не смог, такая жалость. Их любовь была большой и сильной. Жаль, что смерть сильнее оказалась. Мученик Ромео спит в могиле. Рядом спит прекрасная Джульетта. Не найти нигде в подлунном мире повести печальнее, чем это. Звезды в ночи светили, детям глаза слепили. Ах, как они любили, ах, как они любили. Почему вы здесь? Почему на нашей лестнице? Ах да, вы же любите нашу лестницу. Нина, что случилось? Вы же плачете, я вижу. Нет, я смеюсь. Ах, как они любили. Как они любили. Нина! Что? Нина! Что это такое? Что это такое? Передайте это Валерику. Подождите. Читал? Прочел. Где Нина? Ушла. Привет, Валера, тебя ждет Тома. Подожди. У нас дела. Что ты сказал девочке? Не помню. Ты знаешь, не помню. Имею я право не помнить. К
Какая поразительная защищенность. Млекопитающее никогда не станет человеком, потому что у него нет памяти. Есть только устойчивый рефлекс, искренний в каждую секунду. Гера! Удобно не помнить, что мать рожала тебя в муках, что отец добывал тебе хлеб, что была война, была блокада, и что прорвали ее! Перебор, Гера! А, это дело твоих, они сами разберутся! Иди. Артист, девчонка посмела поверить, что в мире есть любовь, как у Шекспира, как у твоей Джульетты, Ромео, и вы, хихикая под гитарку, убиваете ее. При чем здесь я? Ты мальчик. В свои 23 тебе все еще 15. Ты никак не можешь понять, что Нинке в ее 19-19. И топтать ее нельзя. Ну что, лекция окончена. Это не аргумент. Витька ушел. Ключ. Тамара. Как все непросто. Ладно, это тебе дома напишу. Милочка, а вы что тут делаете? Кто вас привел? Не туда. Направо. Позвонить. Что он скажет? Слова. 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 Как ты легко их произносишь. Слова. Ты говоришь, мне плохо. И кто-то обязательно тебе поможет. Ты говоришь, люблю. И тебе верят. Верят. Я поверила. Слова, слова. Словом можно и возродить, и убить. Тысячи женщин от этого избавляются. Тысячи женщин от этого избавляются. Как ты легко сказал тогда эти слова. Тысячи женщин от этого избавляются. Вот идут солдаты, и каждый из них однажды сказал слова присяги. И если не сдержать эти слова,
Нет, такого быть не может. За словами «дела», «жизнь». Жизнь – это не театр. Здесь плачут и умирают, но здесь и рождаются дети, матери и отцы. Ты предал Киру, предал Тамару. Теперь я. Кто следующий? Ты? Что ты делаешь с собой, Валерик? Звезды ночи светили, детям глаза слепили. Ах, как они любили, 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 ах, как они любили. Наш. Ты смотри, как две капли воды. Солдат. Ну ладно, мне идти на работу надо. А ты? Нет, ты что, ей не выходить. Вот можешь поздравить. Да, кстати, когда свадьба? Вот мы квартиру получим, тогда и будет свадьба.
Понятно. Понятно? 3 дня, значит, на свадьбу, 2 выходных, кости то же самое, итого 10. Ну ладно, хозяинчик тут без меня. Пока. Костя женился. Ну-ну, не киснуть. Человек должен быть прямым и бодрым, как гвоздик. Я пошла. Гвоздик. Ну ничего. Открыто! Ну-ну. Там мужчина какой-то. Высокий. Он. Здравствуйте, Ниночка. Вам доктор не нужен? Герман, вы уже доктор. Представляешь, он уже доктор. Только пользуйтесь мной как можно быстрее, иначе уеду в Красноярский край. Все, получил маленькую больничку. Слушайте, Нин, один умный поэт написал, что человечество – это не остров, это целый континент. И что если отмирает часть его, то отмирает и часть тебя. И что если по ком-то звонит колокол, то он звонит и по тебе. Короче говоря, ты со мной. Герман, я вас правильно поняла? Я вас так поняла, что вы делаете нашей Нине официальное предложение, да? Жанна, вы ничего не поняли. Почему у вас в голове только это самое? Почему женихи и невесты? Мы что, не люди? Мальчик. Здоровенький. А весит сколько? 3800. А звать как? Как отца. Извини, я задержался, галстука не мог найти, черт бы его побрал. А гитара? А без гитары? Подождут. Знаешь, у меня все время перед глазами эта белесая женщина. Она была топером у Виктора на премьере. Потом на вечеринке она была. Она забыла, с кем пришла. Ее забыли. Потеряли. Помнишь? Потеряй меня, Тамара. Я же гибну. Гибну всерьез. Но неужели тебя устраивает такое дерьмо, как я? Ты же умная баба, кандидат наук, без 5 минут доктор. Мы идем? Тома! Потерять тебя? Нет. Это было бы негуманно. В то время, как у тебя случилась беда, тебя выгнали из редакции. Ты задумалась. Задумалась. Думай. Думай. Думай, как от меня можно избавиться. Я ищу выхода. Не надо, я тебя освобождаю. Я ищу выхода для тебя. Ты сейчас поднимешься наверх. Да. Возьмешь гитару. Фига! Я не хочу идти на этот высокочтимый обед. Пойдешь. Ты пойдешь туда без меня и скажешь, ну, соврешь что-нибудь, почему один. Нет, нет, нет. Маринка, конечно, не находка, но зато папа у Маринки. Ну, за что уж ты меня так? Я туда не пойду, мне неловко идти. Ты будешь петь, стараться понравиться Маринке, ее папе, я баба ревнивая. Ты будешь петь очень искренне, темпераментно. Струны запасные есть? Поразительная вещь. Меня все предают именно на этой лестнице. Но ты... Выругайся, Валерочка. Как ругаются пьяные мужики. Тогда будет полная иллюзия того, что я тебя предала, а ты этого не хотел. Ты
хромаешь с рождения, тебе никак не стать бегуном. Мне 26. 7. Что? 27. 27. Ты уже перешил Лермонтова, Валерик. Пока! Алло. Алло, Нина. Здравствуй, это я. Нина, ты меня слышишь? Алло. Нина, я около твоего дома. Мне надо с тобой поговорить. Где я могу с тобой встретиться? Алло. Ты меня слышишь? Только не вешай трубку. Да, я слушаю. Это замечательно, что ты позвонил. Нина, мне очень плохо, мне никогда не было так. Ты меня слышишь? Только не клади трубку, я тебя очень прошу. Нам необходимо встретиться. Где мы можем встретиться? Алло, Нина, я же все знаю. Я знаю, что ты назвала ребенка моим именем. Алло, Нина! Это замечательно, что ты позвонил.